Всем привет! Хочу показать небольшое видео про красного дракончика. Виталя, вон, видите? Помните, мы в деревне ремонтировали бусик? Это вот он. Смотрите, его покрасил, он его. Такой красивенький стал. Решетку вот я ему отдал своего бусика. Новенькая, каноневая. Да. Но у него, кстати, это рамка маленько кривовата вот эта. Не подходит решетка. Вот, подожди, у тебя вот эта сторона сломана, это целая. Вот эту надо тебе засунуть, грубо говоря. Да, вот она встала. Видишь, на пару. Тихо. Ты маленько подрежешь, ничего страшного. Ну, а здесь у тебя не подлазит, видишь? А тут эти я обломаю эти решетки. Где? А тут их нету ничего. Тут их нету. У твоего там, на том есть, а что тут там нету. А эти? А ушки? Ушки. А здесь нет уже, видишь, она. Да. Она подходит, это, Виталь. Все. Все, четко. Она четко подошла даже сейчас. Да, ее даже сейчас только привязать надо. Да. Ну и все, вот будет. А ты решетку этому снял, да, звезду-то? Да. А болтик нафиг поставил? А там не было болтика, там и проволока была черная. Да, болтик, на. А, она была прикручена? Да. Ну ладно. Да не надо, не надо, пусть. Вот здесь чуть-чуть подрежешь вот эти углы. Да. Вырежешь побольше, потому что она, видишь, фара далеко стоит. Да, и она туда вляжет. Не пяль, видишь, она чуть-чуть вот тут мешает углы. Вырежешь побольше. Да, кусочек раз обрежу, вот туда раз приклею. А куда хер узнает, да? Да не надо ничего клеить. Лучше вот здесь вот эту рамку потом возьми, вот здесь вот черной краской подкрась, и не будет ничего видно. У меня же стояло, нифига не видно было. Это с моего бусика. С кузнечика. А что ты еще, кстати, делал по салону? Ничего я не делал по салону. Ну, пойдем пока. Ты проваривал же двери, все. Ну, здесь вот ступенечки. А низы что-то переваривал совсем, Виталь? Да. Они железо тебе гнули новое? А? Железо гнули новое или что? Какое железо? А как? Танки. Крышу. А, крышу от Таври. Тут видите все. Ну что, блин, нормальный бусик вполне ходовой. Все, блин, вот. Когда мы такие, так хотя бы в такое состояние приведем свой. Нормально, вообще огонек. Мотор что, работает? Нормально? Он сам не знает. Он то работает, то не работает, да? Да. Ну там, скорее всего, с аппаратурой что-то. Надо тоже будет думать. Зеркала как на КамАЗе. Где дротягу? Он же у него короткопасный, как у нас, да, тот был? Да. А, вот как рыжик. Мортёры задние не работают. Ну вот, такой вот дракончик, жив-здоров, как говорится. Так что это, надеюсь, скоро мы починим наш бусик кузнечика. Ладно, вот такое было видео небольшое. Кому интересно, там заходите на канале, есть про него видео, как мотор ремонтировали, ставили, как покупали его, в каком он был состоянии, поглядите. Ну, если что, вставлю ссылочки. В общем, переходите, смотрите. А на этом всем спасибо за внимание и до свидания.